Дай, дай. Она это, ну такая, знаешь, типа, ну, спринья, вот что вы тут делаете? Может, мартышку офисную завести? Ой, она будет по нам лазать. Она будет сидеть с нами смотреть. А, когда вот что-то тут веселое будет происходить, она такая... Только ей, наверное, скучно будет целыми днями одной в офисе сидеть. Нет, ей надо еще одну мартышку. Точно. Мы пришли... Голова! Правильно. А мы приходим, такие, тут три мартышки. А мы потом приходим... 16! 16 мартышек! Голодных и злых. А потом ты открываешь дверь в офис, там просто вываливаются мартышки. И там владелец офиса... Что там это... Да, брат, закрываешь такой... Ничего. Там... Нет, у меня большой подвал. В принципе, можно оборудовать все для мартышки. Но это бесчеловечно, наверное. Почему? Ей так будет там хорошо. Думаешь? А что такого? Ну, это все-таки дикие животные. Дикие животные должны в дикой природе. А мы ее будем содержать в диких условиях. Без электрошока, блядь. Я животных люблю. Так я тоже. Ну, просто дикое животное, дикие условия содержания. Она такая, это дико. Правильно. Животное дикое. Are you